Плавание, в том числе подводное, красивый спорт, сочетающий грациозность движений с техникой и скоростью. В городском округе Щелково он активно развивается. Наши спортсмены показывают высокие результаты на региональном, всероссийском и даже мировом уровне. Входят в сборную команду Подмосковья. Сегодня плавательный центр «Нептун» собрал в одном месте и в одно время спортсменов не только щелковских, но и из других уголков Подмосковья. Здесь проходит областной чемпионат и первенство по подводному спорту в программе «Дайвинг и плавание в ластах». Все на старт. Эти соревнования дают возможность спортсменам продемонстрировать свои возможности и, конечно, пополнить копилку достижений очередным результатом. Кирилл Филиппов, щелковский спортсмен, занимается плаванием на базе центра «Нептун» с 4 лет. Добился серьезных результатов в копилке достижений, главные трофеи различных состязаний. Кирилл – неоднократный призер всероссийских и международных соревнований. В будущем врач, он учится в Академии имени Сеченова, совмещая столь ответственное дело и спорт. Нужно сказать, весьма успешно. Всю жизнь здесь тренировался, с 4 лет, вот, и в 10 лет из обычного плавания перешел в подводный спорт и начал здесь добывать успехи. И Кубки России, и Кубки мира. Вот, сейчас вернулся с Кубка России по студентам. Вот. Какие результаты? 2-е место. Сегодня на старте сильнейшие спортсмены Подмосковья. Всего же в соревнованиях принимают участие более 180 пловцов. Всем этим ребятам есть на кого равняться, ведь в составе судейской коллегии заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры. На этих соревнованиях появляется понимание какое-то для формирования команды, для выезда на первенство России, как по младшим юношам, девушкам, так и по взрослым юниорам, юниоркам и чемпионат. Для этого мы их проводим, дабы в очной борьбе определились те, кто готов защищать честь сборной команды Московской области на этих стартах. У нас среди ребят много победителей и призеров всероссийских соревнований, первенств, международных стартов, так что мы стараемся. Соревнования подобного уровня – это еще и ответственность, ведь их итог – показатель готовности спортсмена двигаться дальше. И, конечно, все сегодня настроены на лучший результат. Несмотря на то, что я плаваю длинные дистанции в основном, то я проплыла по своему лучшему результату. Не очень хорошо, конечно, но улучшила. И вот наступает самый торжественный момент соревнований – награждение победителей и призеров. Вообще хотелось бы лучший результат, чтобы... Ну, потому что я до этого плавала еще лучше. Ну да. Анна Балиет, Александр Аршевский, телерадиокомпания «Щелково».